Для того, чтобы снять этот сюжет, мы специально выбрали самый холодный день зимы 2012. На улице минус 35. Но мой автомобиль завелся. И привет передаю Константину Ершову. Он является руководителем департамента по урегулированию спорных вопросов Альфа-банка. Мы недавно с ним общались, он говорит: Леш, ты уже устал по интернету, да и по телевидению всех получать. Ну а что делать? Такова судьба. Чему я вас сегодня поучу? Так это тому, что необходимо все-таки на автомобиль ставить газовое оборудование. Потому что в этот самый холодный день я машину и не глушил. То есть ночью выходил, прогревал. Сейчас он работает, и поэтому моя камера не замерзла. Мало того, поучу я вас еще и как деньги экономить. До того, как я поставил газовое оборудование, каждый месяц я на бензине съедал 15 тысяч рублей. Сейчас 4 тысячи рублей. Выгода очевидна. Теперь где я поставил газовое оборудование? Здесь, на Советской 70, фирме «Экогаз» у Вадима Мурина. Кстати, очень классный специалист. Давайте проверим, что он сегодня делает. Как это не обидно, но мы не успели. 2 часа назад здесь стояла новая пятнашка. За 2 часа вы успели поставить газовое оборудование? Да, за 2 часа мы успели поставить газовое оборудование. Инжекторное, простое, как называем мы его еще, проточное, ну не впрысковое в смысле, обыкновенное оборудование. 2 часа установка и машина поехала, готова. Сколько стоит такое оборудование, вот для пятнашки, допустим? Такое оборудование для пятнашки стоит на данный момент 11 тысяч рублей. Постойте, я раньше за месяц на бензине тратил 15 тысяч рублей, сейчас на газу трачу 4 тысячи рублей. То есть это оборудование окупилось бы для меня за месяц, если бы я ездил на пятнашке? В принципе, да, оборудование такое окупается примерно за месяц. В зависимости от того, сколько вы ездите, чем больше проезжаешь на машине в день, тем быстрее оборудование окупается, можно даже и меньше, чем за месяц. То есть можно сказать, что при установке газового оборудования машина — это уже не соска, которая деньги вытаскивает, да, у вас, если вы на машине зарабатываете, а вещь деньгу приносящая? Да, машина — вещь деньгу приносящая, потому что те деньги, которые раньше шли на бензин, можно истратить на масло, ну и на все остальные детали, которые заменяемые в машине. Да и на мясо, и на колбасу можно потратить. Да, в принципе, можно на мясо, на колбасу. Вы чудовищно сэкономили на своем служебном автомобиле, обработав двигатель форсаном. Проехали 600 тысяч, что для Волги без капремонта это как-то, ну, не совсем правильно. То есть машина, понятно, что у вас уже самортизировалась 3 раза. Сейчас вы поставили газ. Что это принесло в вашу жизнь? Ну, помимо того, что у нас на форсане экономило топливо, а сейчас на газу мы вообще прям копеечку так хорошо попадаем. То есть на бензине у нас на неделю 500 рублей не хватало, а на газу мы смело ездим неделю в данный момент, не глядя на морозы. То есть на морозы вы еще и машину не глушите, да? Да, бывает, что не глушим, тем не менее нам 300 рублей на неделю хватает сейчас. Отличный показатель. Но если не секрет, где вы поставили газовое оборудование? На Советской 70, бокс номер 3, ставит газовое оборудование. Довольно-таки недорого.